Всем привет, с вами я, Цитрус 0974. И да, не удивляйтесь, я еще немножко прибаливаю, ну то есть я уже как бы почти выздоровел, лишь немножко покашлю, но экстренное сообщение, вот как вы уже видите, у нас наступила четвертая неделя, и поэтому немножечко пришлось, ну ничего страшного, ну если что, я кашляю на видео, но думаю, это не так уж и страшно. Ну и вопрос, до этого я реально не мог нормально записывать, поэтому... Ну, надеюсь, вам хватило того, что я записывал без микрофона. Так, и да, вот у нас уже показывают то, что мы сейчас получим. Вот, люди с этим ходят. Вот еще один человек, вон третий. Вот, сейчас мы это тоже приобретем, но... Я что-то хотел сказать, но уже забыл. Ну, ладно. А, я хотел предупредить, что, в общем, болел я... Я так понимаю, в этом учебном году не последний раз. Поэтому привыкайте смотреть меня без микрофона. Я извиняюсь, конечно, но я ничего с этим поделать не могу. Я такой, я вообще по школе я ботаник. То есть, ну то есть вы понимаете, я не спортивный, я ничего, я часто болею и все такое. Ладно, теперь вернемся к игре. О, кстати, у меня 51 тысяча. Это, вернемся к игре и вот, ну отойди, дружочек, дракоша. Сейчас он отойдет и мы тоже получим. Так, эй, меня только помалкивать. Ну, зачем помалкивать? Это у всех теперь есть. У тебя отлично получается выражение, ничего, ничего не знаю. Мне нравится. Прикольно. Он сказал. Еженедельная награда игрокам из программы Flounder, доблестный горох. Так. Пожалуйста, игра не лагай. Кстати, вот мне кажется, вот чем дольше я играю, тем меньше она лагает. Потому что вот не так сильно она уже лагает. Ой, извините за тавтологию. Так, и вот он наш дракоша. И вот он наш прекрасный костюм. Доблестный горох. Ой, ну, короче, горох-рыцарь. Красиво выглядит. Готов сражаться за честь, достоинство и снова за честь. Желательно с 9 до 5. С 5 вечера. Ну, так. Ну, не понял. Я куда-то не туда нажал. Не хочу нажать одно, а нажимаю другое. Так. Выбрать. Все. Вот. Так. Прикольно выглядит, мне кажется. Вот, кстати, вот это показывали в трейлере. То есть там вот, типа, кастомизируйте своих персонажей, вот там как раз горох рыцарь было. Да, прикольно он выглядит. Ну что ж, у меня, конечно же... Я не буду, еще раз, по кашлению мне нельзя как бы слишком много говорить. Поэтому я никакие режимы мультиплеер не пойду. Да, вот тут появился новый режим, подкрепление. Я так понимаю, это будет что-то вроде как мистический портал в Garden of Fair 2 был. Ну, то есть там будет меняться периодически режим, потому что здесь вот показывает еще 6 дней, 6 часов. Вот, но я уже там записал до этого, я просто... Так, как? Здрасте, до свидания. Делюсь тем, что встречаются игроки, играя за одну сторону.
Походу не повезло. А где все зомбаки? Красота. Так. В принципе, можно попробовать. Так. Сейчас я вот этим справлюсь с обычными браунхолками. 12 урона, довольно много, но у пинка все равно больше. Так, да кто там еще по мне стреляет? Где я не вижу? А, здрасте. А, грибочек, ну что ж ты за меня-то? Так. А, ну зато я того подстрелил. И, кстати, может, я даже набью 10 уровень? Так, может, если я тебя, грибочек, за зомби прибью, ты ну, ты тоже зомбем станешь, а? Сейчас, вот, кстати, вот... Наш астронавтик, кстати, вышеупомянутый. Ну, то есть, скорее, нижеупомянутый, потому что я им после буду играть. Так, здравствуй, грибочек. Эх, где он? А, да, теневое отступление, точно. Да, и сейчас где-нибудь бросишь свою теневую эту. Так, ну где он? Бежал. Мишень, почему ты пропадаешь? Запишусь, все время записывалось, меня еще пока не подводило ничего. Хотя подводило. Ладно, я уже заговорился что-то. Отвык. Импровизировать, теперь моя импровизация какая-то левая. Так, все, меняем персонажа. Берем нашего горошка и поехали. Нападать на зомбей. Так, сразу вот тут, кажется, кто-то отправляется в беспечный парк. Хотя нет. Кажется, пока что только я отправляюсь. Так, и... Ага, вот, здрасте. А вот игрок, а вот и первая жертва, так сказать. Кто кого, кто кого. Где ты там спрятался? Вот, ну, куда он сбег? Так. Так, доктор. О, все. Я добил доктора. И зомбака обычного тоже. Так, сделаем эмоцию. Он на нее посмотрел, я сам теперь на нее посмотрю. Так. Мне нравится этот рыцарь, он прикольно выглядит. Это вот не то, что предыдущая ванна Дэйва, это вообще противная вещь была. А это прям приятно смотреть. На эти перья героические. Ай! Я не хочу купаться в наэлектризованной воде. Ну ладно, ничего страшного. Еще раз возвратимся, еще раз побежим.
И, пожалуй, сейчас я еще раз сдохну. И буду заканчивать видео. Так. Извините, что получилось такое короткое, но поймите, я еще все-таки немножко болею. Конечно, я уже почти выздоровел, но... Ну, короче, вы меня поняли, ладно. Так, и где этот докторишка? Я бы хотел на него еще разочек напасть. А то мне не нравятся вот эти мелкие зомбаки. Так, где все? Где мои жертвы? Меня, доблестного гороха. А, ну привет, вот ты. Ты что, еще не сдох? Рано. Не попал? Попал? Попал. Ну, алло, ну где вы там все застряли? Так, опять сюда какой-то грибочек идет. Ну, грибочек он свой, а мне нужен кто-то чужой. Эх, ну что ж такое? Ну, грибочек. Ну, вот. Так, что мне сделать? Вот, вот я могу вот что сделать. Хотя, по идее, меня в игре слышен, но... Ну, короче. Не знаю я, что уже сказать, поэтому... Ну да, на самом деле, уже буду заканчивать. Не знаю, мы в мультиплеер никуда ничего не пошли. А, хотя грибочек хочет что-то отметить. А я его пока защищать буду. Перелёгкаешь, и всё. Ну-ка. Я тебе опять пишу. Так. Так. Ну, что же он нам напишет? Ок. Вот. Давай, бери какого-нибудь зомбака. Так, ну давай, давай. Что он так долго думает? Он ищет что ли что написать? Так, сейчас. Сейчас. Сейчас, по идее, он что-то должен сделать. Где он там спрятался? Ох, интересно, я сколько тут уже набил? Вот жалко, в беспечном парке он не показывает, сколько убийств. Так, ну грибочек, ну перейди на другую сторону. Вот, ну так, что бы мне написать? Так. 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 Так, ну бабахни здесь уже. Ну ё-мо, ну этих зомби тут слишком много. Ладно, ну в баню все ПВП. Ну все в баню, как я люблю говорить. Так. Золотая мишенька. Поэтому давайте я по-быстрому куда-нибудь залезу. Например, вот сюда. Эх, нет, нет, не смогу. Ну, ладно. В общем, с вами был я, Цитрус0974. Точнее, больной Цитрус0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, в общем, всем счастья и всем... Так, зомбак, не мешай мне прощаться. Ну и, в общем, всем счастья и всем... Пока. А хотя нет, стоп. Заново пришлось сделать запись, но ничего страшного. Вы сейчас еще увидите неудачный обзор на зомби-астронавта в режиме подкрепления. То есть, где этот режим, если что, там играют только новые классы. То есть, Дракоша, ой, кто там еще? Гриб-ниндзя, Желудь против Земба... Ой, никак еще не запомню. Кто там еще появился? Напомните мне кто-нибудь. Ну, короче, вы меня поняли. Так, зомбак взорвись тоже. Вот, ну и в общем, теперь я уже точно говорю. С вами был я, Цитрус0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и в общем, всем счастья и всем пока. Да тьфу. Ну, короче, вы сейчас увидите меня уже, но без микрофона. До свидания.
Thank you.
Ну, в общем, теперь я уже точно говорю. С вами был я, Цитрус0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и, в общем, всем счастья и всем пока.